проникнуть в корни философии древних людей, понять тайный смысл их действий и значение обрядов. Медведь Мапа – прародитель и покровитель небольшой народности Ульчи, что обитает на берегах Амура. Медвежий праздник зародился очень давно, еще до появления у амурских народностей шаманства. Праздником его назвали европейские наблюдатели, а по сути это языческий культовый обряд, отдаленно напоминающий русские поминки. Сами ульчи называют его Буй-Умбэху-Пуву, что переводится буквально «играть медведя», а по смыслу ближе «почтить», уважить Мапа. Бывало, ездили на упряжках аж до самого Сахалина. Это верст 300, не меньше. Медведю предлагают лакомое угощение и ведут к проруби, где должны обвести вокруг ее три раза. Это своеобразное очищение лесного человека от нечисти людской. Тайга, в понимании древних, более чистое место, чем человеческое жилье. Мапа, поживший среди людей, испачкан людской скверной и должен перед отправлением домой очиститься. Уже после этого медведю в дом заходить больше нельзя. Как только он переступает передними лапами порог, его оттаскивают назад. Сейчас дорога медведя на Арачу, место, где произойдет ритуальное убиение медведя. У наших древних предков было особое отношение к огню. До сих пор мы испытываем благоговение при виде языков пламени. Огонь – символ родового единства. В огне живет Падя, дух огня и дух-охранитель жизненной нити семьи и рода. Чтобы его задобрить,
нужно обязательно бросить в пламя крохи еды, иначе не будет тебе счастья на охоте и в жизни. По традиции ребятишки должны прикоснуться к шкуре еще не остывшего медведя, чтобы проникнуться его духом и стать впоследствии большим охотником.